Привет, товарищи! Мы снова оказались в Манушкино, и перед нами, как вы уже поняли, баня из сухого профилированного бруса, которую я показывал в прошлый раз, ну, вернее, начало стройки которой я показывал в прошлый раз. И вот несколько дней прошло, а она уже готова. Очень быстро получилось. Я надеялся застать процесс на середине, но процесс стремителен, потому что строение небольшое, и собирать его в виде готового домокомплекта, в общем-то, не очень сложно. И это уже второй дом. Строение из бруса, но первый домик, это был маленький гриль-домик Васкелова, мы делали из мини-бруса. Мини-брус — это такая интересная технология, скажем так, интересный материал. 45 на 145, он ставится вертикально, получается толщина стены 45 миллиметров. Вот фотография такого гриль-домика. Конечно, он холодный, у него пол из террасной доски, то есть это абсолютно летняя постройка, неотапливаемая. Гриль-домик был совмещен с таким, ну, как бы маленьким хозблоком под одной крышей. Но сам по себе материал интересен, что небольшая кубатура дает хороший внешний вид. И мини-брус — это тоже вариант строительства, в общем-то, на ту же тему из бруса. Но это баня, строение более серьезное, 150 миллиметров. В общем, вот так оно выглядит. Вы уже посмотрели на заставочке в начале ролика примерно, как со всех сторон это смотрится. По большому счету, можно сказать, что вот это под маркой, под брендом Андрея Шанса первая стройка из бруса, ну, из полноценного бруса. Второе строение на тему, ну, вот именно Велеса, сборка, это номер один. И с этого момента можно объявить, что мы принимаем заказы на последующие стройки из бруса, домов, бань и всего подобного. Разумеется, первые заказчики получат большую скидку и... Уже в следующем году, где-то с конца февраля, мы, в принципе, готовы начать. Насколько я знаю, сейчас идут переговоры. Вот тот участок, где мы строили гриль-домик, там же заказчик собирается ставить баню. Он заказал домокомплект, возможно, тоже будем его собирать. Но пока это не точно, поэтому если у вас есть планы построить себе что-то подобное, либо вообще большой дом, мы готовы начать, готовы предоставить большую скидку. Пишите на почту Андрею, на сайте, это в описании, все эти контакты есть. И, конечно, по поводу сборки дома, эту баню собирали вручную, потому что не очень большой размер, небольшое сечение бруса. Для сборки домов мы планируем купить подъемный кран, который, собственно, будет ставить эти брусы тяжелые, массивные, не вручную, а именно с помощью механизации. Прежде чем нам переходить к каким-нибудь подробностям, я кое-что постараюсь показать. Давайте поговорим про экономику процесса, потому что были такие вопросы в комментариях. Всем интересно, сколько оно стоит. Итак, если начинать с самого начала, с фундамента, это буронабивные сваи, они делались в комплексе работ вместе с УШП. Поэтому Андрей точно не помнит, сколько они стоили. Примерно 1050 рублей сваи под баню, под крыльцо, все вместе. По количеству свай там, наверное... Ну, штук 20. Точно не знаю. Маленькие буронабивные сваи диаметром 110. Такие же, как мы делаем обычно под террасу, под крыльцо. Ну, короче, вариант стандартный. Если делать отдельно, сваи, наверное, будет дороже. Может быть, там 1100, например, если крутить железные. Ну, железных нужно будет, скорее всего, меньше. Фундамент. С этим понятно. Дальше домокомплект от Велес. Это сухой профбрус 150, как я уже говорил. Полный объем на всю баню. 19 кубометров. Эти 19 кубометров, они уже запилены как надо, то есть их нужно просто собрать. Стоили 342 тысячи рублей. Если разделить, получится, что один куб 18 тысяч. Ну, если сравнивать с доской, наверное, дорого. Но если учесть, что брус сушить сложнее и дольше, плюс он уже напилен как нужно, вырезаны все соединения, все, что нужно, засверлено, то вот такая цена. Дальше, что еще? СИП-перекрытие, 1030, наверное, по материалам, может быть, даже больше, там еще доска. Ну, доски ушло где-то на 20 тысяч рублей примерно, то есть на стропильную систему, на перекрытие. Крепеж там 1010, наверное, крыша металлочерепица 60 с чем-то тысяч рублей, ну, там какие-то еще пленки, межвинцовый уплотнитель 13 тысяч, ну, короче говоря, вы все вместе, если это посчитаете, получится, конечно, больше, чем полмиллиона. Это очевидно, но дешевле это, наверное, не бывает. Напомню, что это 8 на 3, вот такая баня.
А теперь давайте пойдем посмотрим, что там у нас есть, ну, внутри. Конечно, говорить о планировке, ну, вы посмотрите по описанию. Есть, в описании есть ссылка, где будет планировка бани, но она очень простая. Тем не менее, давайте посмотрим, поглядим, как она выглядит в реальности. Вы, возможно, уже обратили внимание, что у бани два входа. Это вход номер один, а за углом вход номер два. И, казалось бы, зачем два входа в такую маленькую баню? Но дело в том, что она поделена на две части, и меньшая часть, которая с этой стороны, вход сюда, это что-то типа маленького хозблока, помещения для хранения. Если вы помните, когда я показывал перекрытие, часть его не была закрыта СИПом. Как раз таки в этом отсеке не будет СИПа на полу, там просто будет настил с какой-нибудь доски. Ну, то есть нет смысла утеплять, потому что и верхнее перекрытие тоже будет холодное, эта часть не отапливается. Так вот я вам показать. Тут все уже, в принципе, закрыто. Ну, просто будет пол настелен и отсек для хранения граблей, лопат, ну, в общем, всякого барахла. А туда мы не пойдем. А вот в саму баню давайте зайдем и посмотрим, как она выглядит внутри. А крыльцо, скорее всего, планируется террасная доска, точно не знаю, ну, пока это не сделано, пока в этом нет смысла, это на следующем этапе. Проемы, как обычно, как и на каркасном доме, временно закрыты пленкой, потому что какое-то время постройка будет стоять, чтобы не заметал снег туда, мусор, в общем, так. И первое помещение. Вообще баня делится на три примерно одинаковых помещения. Все где-то около 2 метра в ширину. 3 на 2. Ну, то есть это 3 на 2 там с маленьким хвостиком. Соседнее помещение помывочное, там, по-моему, 1,8 метра. Короче, вот это первое помещение, оно типа как раздевалка, наверное, так называется правильно. Я в банях, честно, не силен, поэтому кто разбирается, тот понял. А кто не разбирается, просто вот такое помещение при входе. Дверь-окошко. На планировке нарисован тут какой-то диванчик, ну, типа комнатки отдыха, можно так сказать, но она, конечно, крошечная. Спрашивали по поводу утепления верхнего перекрытия, будет ли тоже это СИП или нет. Нет, это будет не СИП, это будет обычная минеральная вата, причем, ну, соседняя за этой стенкой помещение для хранения, я уже сказал, что не утепляется. Дальше, вот у этого помещения потолок сводчатый, по стропилам он будет утеплен. А соседнее помещение, помывочная и парилка, они будут с плоским потолком, утеплены, соответственно, горизонтально. Вот. И тут у нас проход дальше. Соответственно, помывочная, как раз где выведены коммуникации, которые я вам сейчас, наверное, не видно, но я их показывал. Окно и вход в парилку. Вот такая не очень большая баня, но, наверное, для бани больше не надо. Обратите внимание, что домокомплект подразумевает место под установку обсады в дверных проемах и в окнах. Это уже сделано на производстве, все это выпилено. Не нужно корячиться цепной пилой, бензопилой, чего-то криво выпиливать, как мы делали в доме из лафета в Ирице. Кстати, к вопросу опыта стройки из бруса, из дерева. Мы не строили, не собирали тот сруб из лафета. Но работы в рамках третьего этапа в этом доме уже проводились, так что кое-какой опыт есть. Опять же, под брендом Андрея, да, то есть если говорить об опыте, который был у бригад до Андрея, то, конечно, они работали с деревом, работали с брусом и со всем остальным, но, тем не менее, это было, скажем, уже не в последний год, не два, что-то подзабыто, поэтому хорошо, что этот момент у нас произошел. Высота потолков тут, насколько я понимаю, 2,7. Ну, это точно не 2,5, у меня нет сейчас под рукой чертежа, они достаточно высокие. Соответственно, тут, где потолки по стропилам, надо вам просто показать, как это выглядит. Вот, видите, потолок, там конек, тоже из бруса. Соответственно, здесь будет вата заложена прямо в крышу. Наверняка кто-нибудь напишет в комментариях, что как же так, всего 150 мм стены, пол и потолок, это мало, нужно утеплять дополнительно, будет холодно. Товарищи, это баня, это не дом постоянного проживания. Если бы мы строили дом для постоянного проживания, либо даже как дачу, нужно было бы брать сечение бруса побольше и делать утепление тоже побольше, чтобы, грубо говоря, тратить меньше денег на отопление. Для бани, которая прогревается только когда там топят печь и идут париться, это не актуально, это самое то. Разумеется, будь это дом и будь он построен из бруса 150, в конечном итоге это бы все закончилось утеплением снаружи и обшивкой бруса, например, имитацией бруса. Ну, не в нашем случае, а вообще в среднем по больнице так и происходит, к сожалению. Люди строят дом из бруса, радуются, что не нужно его отделывать, потом вам становится холодно. И вот, короче, именно по этой причине, если
вернее, когда мы будем строить дома из бруса, это будет, скорее всего, клееный брус с сечением от 200 и выше. Ну, потому что для постоянного проживания у бруса должна быть хорошая геометрия, минимум щелей и большая толщина стен. В любом случае, рассматривать строение подобного формата с такой толщиной стены можно максимум как дом для сезонного проживания, как дачу. Ну вот дача в таком формате бы пошла, наверное. И то лучше было бы увеличить толщину пола, толщину потолка, потому что в межсезонье, да и нашим летом, бывает не очень-то тепло. И в любом случае нужно какое-то минимальное хотя бы отопление. Ну а чем толще стены, чем больше толщина утепления, тем просто меньше денег уходит на отопление и тем медленнее дом остывает. Соответственно, баня 150, вот это оптимально. Будет дом, будет брус больше. Будет больше, будет тяжелее, разумеется. Именно поэтому нам нужен кран, чтобы собирать дома. Для бани, как я уже говорил, кран не понадобился. Ну, на этом участке у нас есть еще каркасный дом, как вы помните. Вот эта баня торчит. Видите, как они сориентированы друг относительно друга. Выходишь с террасы и попадаешь сразу к бане. Дом 11 на 14, большой, двухэтажный, на УШП. Вот это здесь второй свет. Я вам все это показывал, повторяться не хочу. Под каждым видео, под каждой фотографией, ну, всегда, когда что-то публикуешь новое, появляется вопрос, сколько стоит. Всех интересует, сколько стоит, цена, цена, цена. А мы эту цену никогда почему-то не пишем сразу, вот, например, в описании, да, или там в статье. Почему? Ну, потому что цены, они имеют обыкновение меняться. Вы понимаете, что, например, в 2015 году ты написал одну стоимость, или там в 2014 произошли некие изменения, связанные с курсами валюты и прочим. Цена увеличилась, а там она так вот и остается. Получается, что уже не актуально, следить за этим невозможно. Поэтому заранее, сразу цена не декларируется, просто есть некая постройка. А стоить она может там по-разному, в разные. Через там 2 года она будет стоить, может быть, дешевле, что вряд ли. Может быть, дороже, что более вероятно. Может быть, столько же, что хорошо бы. Короче, УШП под такой дом стоило 1,3 миллиона рублей. Ну, это, как обычно, плита, септик, все коммуникации, сваи под террасы. Ну, в общем, полностью весь нулевой цикл. Коробка дома, материалы и работа все вместе 2,2 миллиона рублей. То есть вот на данном этапе этот большой дом стоит 3,5. И касаемо больших домов, вообще хотел сказать, что в газобетоне все дома почему-то получаются по площади там от 200, ну, почти все дома. 200, 250, 300, короче, большие дома. А вот каркасники в большом формате тоже есть, но их процентное соотношение меньше. С чем это связано, не знаю. Может быть, просто люди до сих пор, ментальность как бы определяет каркасную технологию как нечто более бюджетное. А если у тебя, грубо говоря, есть деньги на 300 квадратов, то это нужно строить из камня, из газа. Но факт остается фактом, каркасный вариант почему-то всегда меньше, и приятно, что в данном случае довольно большой красивый дом построен именно по каркасной технологии. Сейчас там внутри ходит Юля, наш инспектор технадзора, проверяет соответствие этой постройки чертежам. Все ли правильно, все ли хорошо, потому что уже сейчас мы готовимся сдавать объект заказчику. Остается здесь буквально день или два. Ну, сейчас она найдет, возможно, некие недочеты, которые нужно устранить. И, в общем-то, сезон бригады плотников на этом будет окончен. Это последний объект в 2017 году. Последний объект плотников. По поводу заказов на следующий год, я уже говорил, что мы там планируем брус и что нужно писать, но что касается каркасных домов, заказы тоже уже давно принимаются, поэтому если вы планируете стройку, планируете фундамент, дом, ну или все что угодно, вам стоит писать Андрею уже сейчас, потому что график частично уже заполнен. Люди записываются, планируют свои стройки на весну, на лето, и даже кто-то записывается, по-моему, уже и на осень. Окон еще много. Там очереди какой-то пока нет, но, тем не менее, лучше свои планы заранее излагать. Во-первых, потому что со временем эти окна просто заполнятся, а во-вторых, пока есть большой промежуток времени, когда бригады отдыхают, у Андрея, у проектировщика, у Виктории, у всех больше времени, чтобы уделить его вашему проекту. А если вы напишете, например, весной, хочу дом прямо сейчас, такая возможность, может, и будет, но сроки сжаты. Короче, лучше в спокойном режиме все планировать. Ну, а мы идем вдвоем, смотрим, что там делает Юля. Итак, товарищи, пока я там включал камеру, нарисовался автомобиль Amarok. Это значит, что на объект приехал еще и Андрей. А это значит, в свою очередь, что была дезинформация про 1-2 дня. Переезд состоится уже, скорее всего, прямо сейчас, сегодня. Значит, что все готово. Ну и вот чувство дежавю. И снова мы заходим в этот дом.
Мы это с вами уже делали, но сегодня это будет не обзор, а просто посмотрим. Во-первых, в доме порядок, боже мой. Наконец-то чисто. Вот, кстати, насчет лестницы кто-то говорил, что она что-то неудобная. А, мистер Джип, The Джип, аккаунт человека, кто писал, что это все неудобная лестница. Ну, слушайте, я честно не знаю. Мне кажется, что удобная. Есть там некие классические пропорции. Если вы внимательно посмотрите на соотношение размеров ступенек, то важно понимать, что вот эта вот поверхность, она в черновом варианте короче, чем она будет потом, когда чистовые ступени сверху мы смонтируем. И лестница станет еще лучше, чем есть сейчас. Ну вот второй свет, который мы уже обозревали. Ну а сегодня нам интересно посмотреть, чем тут занимается Юля в своих прикольных штанах. Да, Юля? Привет. Ага. Юля с правилом, с этим, с уровнем, Андрей проверяет, насколько у нас все криво. Да, знаем мы про Андрея. Вы уже увидели Андрея? Кому интересно смотреть на Андрея, когда рядом есть ты, скажи, пожалуйста. Андрей, это уже отходит на второй план. Короче, вот это процесс приемки дома, чего там понастроила бригада. Привет, Мансур. Мансура я уже показывал. Ты, Мансур, снова станешь бригадиром плотников, а не каменщиков, да? Да. Да, наверное, не очень хорошо видно на фоне окон Мансура. Ну, ладно. Мансур. А люк у нас? Причем Мансур в футболке, обратите внимание, хотя на улице ноль и в доме тоже. Так, Юля, расскажи в двух словах, что ты делаешь, кроме проверки вертикальности стоек, размера там, да, у тебя рулетка это, а вот что там, Bosch, да, где он? Вот эту штуку до штаны, да, я показываю вот этот самый, как его. Вот, короче, рулетка. Лазерная меряет, чтобы все проемы, все расстояния между стенами, все, что было по чертежу, совпадало с тем, что понастроили фактически. На самом деле, отвлекать Юлю, это велосипед, на котором ребята ездят в магазин. Отвлекать Юлю я пока не хочу. Пойдемте помучим Андрея. А почему с другой стороны не двойная? Андрея. А Андрея тут нету. Ну ладно, давайте тогда бегло посмотрим на второй этаж. Смотрите, вот порядок на втором этаже. В прошлый раз бардак был. А теперь все так вот как-то. Прямо. Замечательно. Хочу сказать насчет, например, вот его листа фанеры. Наверняка кто-нибудь напишет, боже мой, что он сгнил и все такое. Нифига, это следы клея, потому что фанера на полы идет четвертого сорта. Четвертый сорт, самый дешевый, конструктивная фанера. Но она может принимать вот такие цвета, она не годится там для обшивки чего-то, что остается на виду, или что будет покрашено, но для полов, которые скроются под двумя слоями гипрока и ГВЛ, вы понимаете, что, в общем-то, это ерунда. Так. А еще эту штуку удобно использовать как указку, я так понимаю. Вот здесь? С этой стороны. Нет, и помещает в руку. Так. А, вот он у нас. Да. Угу. Юль, нам скажи что-нибудь. 7,5 тысяч подписчиков. У нас еще 7,5 тысяч подписчиков? Ну, 8 или 7, я не помню. Ну, там... Подписчики, расскажите, пожалуйста, что нам надо сделать для того, чтобы увеличить количество подписчиков. Гришу это очень волнует. Да, Гришу это волнует, но это не то, что им интересно. Тем, кто уже подписался. А что может быть интересно? Не знаю. Расскажи о себе. Что ты тут делаешь вообще? Как ты оказалась на стройке? Как я оказалась на стройке? Да. Мы сегодня сдаем объект заказчику. У нас итоговая проверка. Камера здесь. Дома. Здесь вот? Да. Это я уже сказал. Все неинтересно. Почему ты вообще решила тут работать? Почему я решила здесь работать? Угу. Построила себе дом. Да, это все знают. И после этого стройка меня не отпускала. Вот так. Да. Так что осторожно, товарищи, рискуете построить дом и оказаться на работе у Андрея. И оказаться на стройке пожизненно. Пожизненно. Пожизненная стройка. Ладно, Юля, работай. Счастливо. Не будем тебя отвлекать. Мы пойдем искать Андрея. Пойдем искать Андрея и заодно посмотрим еще на дом. С другой стороны, этот дом имеет у нас несколько террас. Смотрите, вот это одна терраса справа от входа.
Классическая конструкция наша, свая, деревянная обвязка, крыльцо при входе в дом вот с той стороны. С той стороны за антенной еще одна терраса, что я показывал в прошлый раз. Ну, если говорить о габаритах и планировке участка, то с этой стороны проход к бане. Баню изучает Андрей. Ну что, Андрей, как тебе баня? Поздоровайся с людьми. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень понравилось. Очень понравилось. Прекрасно. Ну, а вообще, по существу... О, Андрей, тоже помпон, только синий. Про помпон в комментариях пишут. Ладно. От Андрея, как всегда, чего-то добиться. У него телефон зазвонил. Невозможно. Мы посмотрим еще с вами на баню. В таком вот формате. Хождение с трясущейся камерой вокруг. Может быть, он, в свою очередь, скажет вам больше, чем просто статичная картинка. Конечно, встройки из бруса во внешнем виде очень здорово привлекают вот эти перерубы. Смотрятся они интересно, красиво, эффектно, не знаю, как правильно сказать. Брус профилированный, как я уже говорил, видите, вот тут он стыкуется в замок. А вот эти прорези, они нужны, чтобы минимизировать трещины и деформации. То бишь, это не случайно, это на заводе пропилено специально. Станок так профилирует брус. Видите, они все брусы одинаково пропилены. Это нужно как раз для того, чтобы меньше было некрасивых трещин, которые на брусе, к сожалению, бывают. Ну вот, хорошо видно тут угол, как выглядит. Нет, это, конечно, красиво, ничего не скажешь. Насколько практично в плане дома, сказать затрудняюсь, но... Ну вот, все-таки дерево, да? Смотрите, тут, например, замок сомкнулся не идеально. Хотя все остальные, с ними все в порядке, это именно геометрия бруса. Но это ни в коем случае я не ругаю производителя. Я просто хочу подчеркнуть, что деревянный дом не может быть по геометрии 100% идеальным. Это невозможно, в принципе. Какой бы ни был дорогой материал. Ну, в общем, вот так задняя сторона выглядит бани. Мы сделали также, как я уже сказал, крышу, поставили крюки для водосточки. В общем, по наружной части все готово, все хорошо. Вот такая баня 8 на 3 и с брусом. Так, я вернулся в дом, потому что баню мы посмотрели. А тут что-то еще происходит. Вот этот человек — это Яша. Яша — бригадир бригады плотников. Яша очень не любит, когда его показывают и от камеры убегает. Что ж, я не могу его заставить сниматься, как вы понимаете. Не хочет человек, а значит, не хочет. Яша — это брат Мансура. Лучше на Юлю посмотрим. Вот это всегда интересно. Криво что-то, Юля, да? Скажи всему миру, как мы криво строим, и некоторые люди будут счастливы это услышать. Есть особая категория людей, которая в нашей работе рада видеть любые недочеты. К сожалению, недочеты, товарищи, они есть, но не все справляются. И... А чего ты здесь придираешься, скажи, пожалуйста? Ну там же нормально все. Нормально. Нет? Ну вот так вот, если уровень... О боже, не ровно на миллиметр, это на сколько, на два? На два. Два миллиметра, ну, это вроде как укладывается в наши допуски, хотя лучше бы этого не было. Короче, каждую стойку надо проверить, каждую стену, чтобы все было нормально. Еще раз второй свет, кто-то написал в комментариях, что это что-то там кич, и... Не помню, бестолковый дом. Ну, у всех разный подход. Не буду это комментировать. По-моему, дом очень даже. Очень даже. И лестница мистер Джип, она все-таки довольно удобная. По ней все идут. Без проблем. Без проблем. Неудобная лестница — это когда что-то отвесное с коротенькими ступеньками. А у нас все нормально. Впрочем, если кому-то такая вот лестница не по душе, всегда можно сделать ее больше, шире, более пологой. Это все как угодно. А вот то, что здесь, стандартный, удобный
вариант. Ладно, товарищи, на этом мы будем с вами прощаться, потому что моя задача была показать вам, что получилось в плане бани, и она получилась, по-моему, так очень даже хорошо. Надеюсь, вам тоже понравилось, и, возможно, кого-то я заразил идеей построить что-нибудь из бруса у себя на участке или из мини-бруса. По ссылке в описании будут фотографии домика, гриль-домика Васкилова из этого самого мини-бруса. Можно посмотреть там, как он строился, как что получилось. Будут фотографии какие-то еще отсюда, постараюсь их сделать. И, конечно же, как обычно, планировки, это все вы тоже найдете в описании, будет ссылка. Спасибо вам, что смотрите, что оцениваете видео, задаете кучу вопросов и комментируете, критикуете, все что угодно, ставите ваши оценки. Пока, увидимся в следующем эпизоде. Вообще-то здесь должно было быть видео из Санина, где у нас большой дом из газобетона, построенный по проекту Глеба Грина. Я должен был снимать его вчера по своему собственному плану, но тупо проспал. И поэтому у нас получилось два сюжета подряд. Надеюсь, вы не в обиде.